Часть С. Огни и знаки. Правило 22. Видимость огней. Огни, предписанные этими правилами, должны иметь интенсивность, указанную в пункте 8 приложения 1 к этим правилам, с тем, чтобы огни были видимы на следующих минимальных расстояниях. Пункт А. На судах длиной 50 метров или более. Топовый огонь 6 миль. Бортовой огонь 3 мили. Кормовой огонь 3 мили, буксировочный огонь 3 мили, белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь 3 мили. Пункт Б. На судах длиной 12 метров и более, но менее 50. Топовый огонь 5 миль, но если длина судна менее 20 метров 3 мили. Бортовой огонь 2 мили, кормовой огонь 2 мили, буксировочный огонь 2 мили. Белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь 2 мили. Пункт С. На судах длиной менее 12 метров. Топовый огонь 2 мили. Бортовой огонь 1 миля. Кормовой огонь 2 мили. Буксировочный огонь 2 мили. Белый, красный, зеленый или желтый круговой огонь 2 мили. Пункт Д. На малозаметных, полупогруженных буксируемых судах или буксируемых объектах, белый круговой огонь 3 мили.